Обстановку в зоне проведения специальной военной операции возможно охарактеризовать как напряженную. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск. На данном направлении сложилась непростая ситуация. Противник целенаправленно носит удары по объектам инфраструктуры и жилым домам Херсона. По объектам социальной, экономической, производственной инфраструктуры. Мы будем исходить из необходимости максимального сохранения жизни мирного населения и наших военнослужащих. Это является для нас приоритетом. Будем действовать осознанно, своевременно, не исключая принятия самых непростых решений.